Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня будем готовить рис с мясом. Купили вот такой кусочек мяса, написано roast beef. Будем его нарезать соломкой и тушить с рисом. Готовить рисовую кашу с мясом. С овощами будет каша. Сладкий перчик, половина морковочки, лук и помидорчик. Добавлю томатную пасту, черный молотый перчик и посолю немножечко. Сейчас мясо нарежу на небольшие кусочки, перец соломкой, морковочку кусочками, лук кусочками небольшими и помидор тоже небольшими кусочками. Мясо нарезала вот такими небольшими кусочками. Сейчас переложу в кастрюлю, волью 4 чашки воды, чашки такие же, как, какими я мерила рис. И поставлю на огонь, закипит, сниму пеночку и будет вариться. Овощи сейчас нарежу. Мясо закипает. Снимаю пеночку. Добавлю примерно пол чайной ложки соли. Прикрою крышечкой и пусть на слабом огне тушится. Нарезала овощи. Болгарский перец кубиками, морковь брусочками. Перец и морковь добавляю к мясу. Положила половину лука нарезанного. Весь перчик и всю морковочку. Вторую половину лука сейчас зажарю на растительном масле. На сковороду вливаю ложечку растительного масла и всыпаю лучок. Лучок совсем капельку вот так спассеровался. Сейчас добавлю томатную пасту. И прожарю еще полминуточки. Потом добавлю зажарку мяса. Нарезала помидорчики, добавляю. И сразу добавляю черный молотый перчик. Если у вас есть лавровый листик, хорошо его положить. Или положите еще специи, которые у вас есть, ваши любимые. Сейчас закипит и под крышечкой будет тушиться примерно полчаса, минут 30-40 с момента закипания мяса. Мясо проварилось 40 минут. И высыпаем рис. Рис промыла. Сейчас снова закипит и будет вариться до готовности. Рис с мясом варится на слабом огне под крышечкой до готовности риса. Желательно не перемешивать.